Приветствую всех из Одессы. Сегодня 15 апреля 2023 года. Сегодняшняя ночь в Одессе прошла спокойно. За всю ночь не было ни одной воздушной тревоги, в городе не звучало никаких взрывов, за область тоже ничего не сообщали. И по информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области за прошедшую ночь прилетов нет. Поступила информация, что на Таирова у многих пропал свет. Сообщают о том, что это аварийное отключение, свет постараются вернуть в течение дня. Не повезло людям с Таирова, что сказать. Сегодня суббота, завтра Пасха, многие готовятся, многие пекут Пасхи, многие готовят уже еду. Вот, и, соответственно, без света будут некие проблемы у людей. Ну, возможно, его быстро восстановят. Погода с утра в Одессе солнечная, замечательная. Будем надеяться, что и день пройдет в мире и тишине. Без ракетных ударов, без воздушных тревог. Не хотелось бы в праздник портить себе настроение. Всем желаю мирного неба над головой, хорошего дня. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. До встречи, всем пока.